Всем доброго времени суток, здравствуйте. Меня, как и прежде, зовут Ина. У меня утренний кофе добивается. Сегодня будет видео о покупках секонд-хенд. Да, я люблю секонд-хенд. Я посещаю его на регулярной основе. Это для меня та же работа. Я покупаю на рынке секонд-хенд и продаю его на сайтах европейских Vinted и Vestiaire Collective. Если кто не знает, в основном здесь я отправляю в страны, если кому-то что-то нужно, я отправляю в страны Европы, Израиль также, в Америку ни разу не отправляла, сильно далеко ни разу не отправляла, но в основном Израиль, Турция и страны Европы. В Украину, Россию сейчас не отправляю, нет возможности совсем. Некоторые пишут, сколько можно рыться в секонд-хенде. Да столько, сколько я посчитаю нужным. Мне нравится, меня все устраивает. Покупали я новые вещи? Да, покупаю. Сейчас вот для сравнения хочу показать. В прошлом году мы с мужем ходили на день рождения его друга, было 50-летие, и мы поехали в аутлет купить мне какой-нибудь красивый наряд. Естественно, мне хотелось платье какое-нибудь яркое, летнее, нарядное, потому что день рождения было в июле. Было достаточно жарко, и мы поехали. И сейчас я вам его покажу. И вот это платье Луиза Спаньоли я купила со всеми скидками за 160 евро. Это шелковое платье, мне безумно нравится, я довольна покупкой. Я его носила пару раз в прошлом году. Ну, не так уж было много поводов. Платье действительно очень красивое, длинное, сделано как халат. На мне сидит отлично, цвет мой, размер мой, все в порядке. Вот такой тоненький здесь поясочек, видите, шнурочки. Изначально платье стоило что-то в районе 460 евро. Со всеми скидками я его купила за 160. Вот. Вот такое платье. И буквально через несколько дней, раньше, по-моему, или позже, не помню, на рынке секонд-хенд я купила платье Эскада. Я уже его показывала, многие видели. Вот совершенно новое платье Эскада. Не такое длинное, как предыдущее, но тем не менее очень красивое, очень яркое. Я его еще ни разу не одевала. Я его берегу на какое-нибудь событие, если кто сомневается, что оно новое. Оно новое. У него есть бирка, вот видите. Никто ее раньше не отрезал. Все на месте. 42 размера, шикарное платье. Я его купила за 30 евро. Не скажу, что дешево для секонд-хенда, но тем не менее, это марка, и продавцы тоже там разбираются. Платье отличное, очень красивое, очень нежное. Как видите, такое двустороннее. Обожаю это платье. Все время жду повода его надеть. Пока не было, но вот у меня у мужа летом будет 50 лет. Планирую одеть на 50-летие мужа, если не куплю себе что-нибудь новое. У меня очень часто так бывает, знаете, я собираюсь, потом оп, в один момент все у меня меняется, и я что-то покупаю новое. Идем дальше. Также я вам хочу показать вот это платье Zara. Сейчас я попробую встать, отойти и показать вам полную длину. Это трехцветное платье Zara, я покупала его в позапрошлом году. Не могу сказать, что дешево, оно было куплено на сайте Zara, потому что продавалось только онлайн. Тоже хорошего качества, отличное платье, немножечко уже грязное, его носила в хвост и гриву, у меня муж обожает это платье, я стараюсь одевать его постоянно летом. Вот такая вот красота. По-моему, я что-то купила его или за 60, или за 70 евро, что-то в районе этого. Продавать не планирую, вот, потому что я новые вещи покупаю. Следующей моей покупкой, я как-то показывала в одном из видео, купила себе шорты. Шорты фирмы совсем такой, Бершка. Я никогда в жизни ничего не покупала в Бершке. Мне не нравится Бершка, но тут Полина себе искала джинсы как-то в прошлом месяце. И мы зашли посмотреть эти джинсы. Мне понравился цвет. Вот такого ярко-голубого цвета джинсы. Ой, джинсы, шорты, извините, это пятно я уже замывала. Вчера их одевала и уже кока-колой капнула на них пятном. Вот такие шорты. Это стопроцентная синтетика. Это, конечно, кошмар, ужас. Синтетику обычно не покупаю. Ну, мне нравится цвет, почему бы и нет. Один год можно поносить. Яркие. Очень хорошие, хорошо на мне сидят. Мне нравится, что здесь есть резиночка. Нет, я не люблю резинку на самом деле на поясе. Но здесь она, кстати, смотрится очень даже неплохо. И вчера мне с сайта Vinted пришла футболочка.
Вот такая вот футболочка RDM и H&M. Это старая коллаборация, по-моему, 2-3 года назад эта коллаборация была. У меня, я ничего не покупала непосредственно с сайта. Ну вот, вчера купила, не вчера, на прошлой неделе купила, ну, так как вы многие знают, я говорила, что собираюсь в круиз в конце мая, мне нужно побольше красивых нарядов. И вот эта маечка, почему купила? Здесь все цвета, которые мне нужны. И голубой к шортам подходит, и вот такой вот бордовый, который подходит к моей новой сумке. И оранжевый, потому что у меня много оранжевого в гардеробе. И все. Вот такая футболка, она была совершенно новая. Сейчас я вам покажу даже бирка ее. Вот. Вот. Я ее вчера отрезала, вчера уже носила. Это размер M. Я ее купила за 7 евро. Вот такая вот футболка. Хочу сказать, что на Авито тоже продают новые вещи. Достаточно в большом количестве. Как, например, следующая рубашка, которую я вам сейчас покажу. Итак, вот рубашка фирмы Iceberg. Тоже совершенно новая. Сейчас я вам покажу этикеточку. Вот она. Изначально рубашка стоила 443 евро. Вот видите. Это шелк. Повторюсь, Iceberg. Вот. Вот. Чем меня привлекла эта рубашка? Тоже расцветка яркая. Для лета вообще отличный вариант. Достаточно легкая. Здесь все цвета, которые мне нужны. Опять же таки голубой. А опять же таки вкрапления бордового, сиренево, бордового, фиолетового. Вот они, видите. Рубашечка тоже, видите, как сделана, как будто двусторонняя. На одной стороне больше белая, на другой стороне более темная. Вот такие вот здесь, знаете, как будто ее измазали чем-то. Золотые вкрапления. Рубашка в размере L. Она мне подходит, кстати, под длинную юбку, которую я была на свадьбе. Я ее не продала, оставила для себя. В общем-то, подо все. И в первый в мир, я считаю, такая вещь отличная. Кстати, пуговички здесь тоже маркированные. А мы идем далее. Теперь непосредственно о том, что я купила на рынках. Я была на двух рынках на этой неделе, во вторник и в среду, как вы знаете. И во вторник я практически ничего не купила. Купила купальник маме, но показывать не буду. И покажу вам джинсы. Джинсы я купила за 10 евро. Это фирмы Just Cavalli. На меня они маловаты. Я почему-то была уверена, что будут как раз, но нет, маловаты. Они почему маловаты? Потому что здесь низкая талия. Низкая талия, так джинсы в отличном состоянии, в состоянии новых. Сейчас все покажу. 10 евро, повторюсь, если уже говорила. Очень мне нравится. Мама говорит, Остав, похудеешь. Так у меня, знаете, пол гардероба лежит в шкафу. На, Остав, похудеешь. Вот такие вот джинсы. Мне очень нравятся вот эти лампасы. Здесь посмотрите, какие красивые. Здесь, конечно же, маркированы все вот эти пуговички, заклепочки, кнопочки. Если вот вам видно. Вот тут написано Just Cavalli, на половице тоже Just Cavalli. Сзади очень красивая вот такая вот лейбл, не знаю как правильно, ну именно вот эта часть называется. То же самое, все маркировано, кнопочки. Джинсы достаточно длинные, повторюсь, единственное, немножко низкая талия. Не обычная, как я люблю, знаете, до пупа, а чуть-чуть пониже. Что здесь? Ну, мне кажется, что они на самом деле мужские. Видите, они здесь застегиваются на пуговицы. Вот такой вот здесь. И вот такая вот здесь бирка состава. Вот такие вот джинсы. Длинные, обычные, никаких потертостей в них нет. Вот, видите, все отлично. Здорово и замечательно. Это то, что я купила на рынке во вторник. А на рынке в среду нам с мамой очень хотелось найти себе платье. И мы нашли. И мы нашли целое. Первым покажу это платье халат кос. В новом состоянии я его купила. Покажу примерку, тоже сделаю. Очень мне нравится. Оно немножко тесновато на меня, скажем так, в бедрах. Но тем не менее, продавать не планирую. Оставляю его себе. Здесь есть пояс, он сделан как халат, повторюсь. Вот такие по бокам разрезы на пуговицах.
И вот, конечно, очень красиво сделано сзади. Ну, кос умею делать. Я люблю кос фирму. Она очень необычная, экстравагантная в какой-то степени и комфортная. Следующее платье вот такого желтого цвета, канареечного, безымянное. Видите, здесь нет названия бренда, хотя платье в отличном состоянии. Это, по-моему, производство Германии. Достаточно длинное, к низу расклешенное. Явно такая девочка-припевочка, тоже покажу на примерке. Повторюсь, длинная, с карманами, все, что нужно. И вот мне нравится, знаете, такой хлопок. Он такой хрустящий, шелестящий, как будто накрахмаленный. И он не теряет таких своих качеств. Очень хорошего качества. Очень хорошего. Идем дальше. Следующее платье тоже фирма COS. Тоже в состоянии идеальном. Размер, правда, 40, но он так, это платье так пошито, достаточно, скажем так, колокольчиком, что, в принципе, не видно, что это S-ка. Опять же таки, например, нет, это несколько M-ка, опять же таки, на примерке покажу. Это платье покороче, чуть выше колена спереди, а сзади оно длиннее, сантиметров, скажем так, практически на 10. Тоже есть два кармана, рукав 3/4, и сзади тоже очень красиво сделана вот такая вот спинка. И последнее платье на сегодня, это вот такое платье для мамы, в таком кирпичном цвете. Спереди тоже два кармана, расклешенная. Но это фирма Овис, по-моему. Вот такая вот красота. На примерке сейчас все покажу. Платье фирмы COS. Спереди оно чуть выше колена. Сзади оно чуть ниже колена. Здесь вот такая вот, видите, сделана складка. С карманами, рукав 3/4. На этом все. Всем удачи, хорошего настроения. Не ругайтесь, будьте добрее. Люблю, целую, пока.